Президент Блаттер. Колекс. Let me speak from my heart in English. Dear President Blatter in English. New era means a great legacy after the volcano. Ура, Россия опять победила. Сеньку Виталий, тебе спасибо, Владимир. 300 миллиардов для нас не бабки. Газпром, Лукойл, у нас все в порядке. И в том числе Абрамович Роман. Самый огромный российский карман. Рома откроет кармашек, и вот оно, что было честным трудом заработано. Все до последнего цента отдаст. Если нам надо, и Челси продаст. Пусть раскошелится немножко, ничего страшного. У него будет, у него много там денег. FIFA, my heart, FIFA, FIFA in English, FIFA, FIFA, both for my country. Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. У него много там денег. FIFA. Да. Yes, yes. Just one example. Developing, in sponsorship, FIFA, FIFA, FIFA. My friend Jeff Thompson. Eat Eastern Europe. Never had this chance. Дайте в конце концов вот этому господину сказать. Да. Yes. Yes. Eat Eastern Europe. Never had this chance. Знаете. Будет футбол от Москвы до Урала. Такого FIFA еще не видала. Будет у нас мундиал идеален. И будет сражен даже сам Вуди Аллен. Шум в увузел от Курилы до Питера. Вперед, Россия, мы победители. Millions of boys and girls in time. Мы победители. Russia represents its new horizons. Мы победители. Russia's economy is large and growing. Мы победители. Да. Yes, yes. Мы победители. Буди Вудиаль. Да. Мы вас ждем на чемпионате мира в 2018 году.